Привет, друзья! Сегодня небольшая доработка моего фрезера. Стоечка круглая, постоянно подрывает и сворачивает шею. Так, вроде нормальненько, но есть небольшой люфт. Нужно сделать другой винтик. Сейчас попробуем что-то сделать. Заготовочка стальная. Деталь то ли от принтера, то ли от картриджа. Поехали. Немножко смазочки, нарезаем резьбу М4. Резьбу необходимо нарезать до самого конца. Возьмем китайскую плашечку. У нее здесь фасочки нет. Она дойдет до конца. Нормалек. Отрежем.
заготовочку вынимем, а вот это вот вставим. Нормальненько вынимаем. Получилась вот такая красота. Теперь мы вставим ключик, зажмем пару раз туда-сюда. На винтике останется отпечаток. И здесь мы немножко засверлимся. Сначала накерним. Чик и еще раз чик. На всякий пожарный. Теперь сверлим. Одеваем ручечку и закручиваем винтик. Теперь не провернется. Теперь проверим. Вставляем направляющий и закручиваем. Так, люфт очень маленький. Сейчас докрутим до конца. Конусочек упрется в отверстие, и все будет хоккей. Думаю, в отверстие нужно было сделать небольшой конусок, чтобы этот конус вошел в тот конус. Так, проверяем. Нормально. Люфта, можно сказать, нет. Зажимаем. Инструмент готов к работе. Сегодня тестировать не буду. Протестирую, когда придет вдохновение. На этом все. Всем спасибо. Ставим пальцы. И до следующих видео. Всем пока.